Открывается наследственное дело. Нотариус задает запросы по наследственному делу. Вот, и поэтому акционерное общество, естественно, тем более, когда у нас, допустим, первая, вторая очередь, там хотя бы по документам можно определить, или если у наследника есть завещание, он определяет завещание с отметкой, что оно не отменялось и не изменилось. Вот. А если родственные отношения установить сложные, потом у нас же для того, чтобы эту цепочку выстроить, родственникам тоже нужно определенными знаниями обладать, именно юридическими знаниями. Поэтому мы подаем запрос на руки реестра держателя данного акционерного общества с просьбой выдать либо на руки наследнику такие данные, справку или выписку из реестра, либо выслать нотариусу по почте. Вот. Многие компании, значит, высылают именно по почте. Вот выписку из реестра акционеров наследникам на руки не выдают. В общем-то, это их право. Вот мы получаем такой ответ, вызываем наследника по телефону, он получает на руки выписку и идет оценивать, уже получать акт о рыночной стоимости акции. Вот такова процедура. То есть там, в общем-то, акции, их несложно оформлять, наследование. Не нужно никого вызывать с выездом, когда, допустим, вот на недвижимое имущество. Наиболее сложно сейчас вот именно практически нашим наследникам оформлять права на земельные участки. Потому что зимой землемеры не выходят померять земельные участки. Услуги эти весьма и весьма дороги, особенно для наших вот пенсионеров в Южный округ. В основном умирают люди старшего поколения. Земельный кадастр от 6 тысяч до 10 тысяч стоит оформление вот именно в земельном комитете. Многим даже это не под силу, то есть получают свидетельство на другое имущество, а на земельный участок. Вот мы потом как-нибудь оформим. Так тоже, кстати, можно. На часть имущества получить на отдельный вид, а на другое получать позже. Когда появятся деньги или возможности, или желания. То есть никто не будет наследника обязывать, что вот приходите, оформляйте, получайте, это его право. Принять наследство вообще к нотариусу больше не приходить. То есть заявление подал, чтобы срок не пропустить. И потом, когда будет время, там здоровье, силы, финансовые возможности появятся, или какие-то родственники, которые помогут все это оформить, можно уже заниматься оформлением наследства. У нас БТИ и земельный кадастр, значит, объединили в так называемое федеральное государственное управление, значит, кадастра недвижимости. То есть в них произошла реформа. Вот, согласно положению об этом ФГУ, значит, данные органы ведут технический учет и нотаризацию имущества. Оценку они вправе проводить, если у них имеется лицензия об оценочной деятельности. Такие лицензии получили все БТИ. И московское БТИ, и БТИ регионов. Вот, оценка недвижимости может проводить любая, значит, другая организация, которая и имеется право на оценочную деятельность. Вот, значит, мы 15 января запросили Московскую городскую налоговую инспекцию, которая сейчас тоже новое название, вот, по поводу оценки. Какую же оценку нам брать? Ответа мы до сих пор не получили. Сегодня у нас 18 апреля. Нам прислали промежуточное письмо, что вопросы, заданные нами в данном запросе, требуют методологической проработки на федеральном уровне. Вот, видимо, до сих пор они прорабатывают, никак проработать не могут. Что касается закона, в законе четко написано в налоговом кодексе стоимость квартир, домов, дач. В статье 7 закона об оценочной деятельности написано, что если в нормативном акте или договоре указана стоимость без указания какая, то данная стоимость презюмируется рыночная. Я сначала юрист, а потом нотариус. Любой юрист должен уметь читать закон.